Приветствую вас на канале Данио. Сегодня мы рассмотрим автоматическую кормушку от компании Сансан. Она не полностью механика, но и нельзя назвать, что она электронная, потому что на ней нет жидкокристаллического экрана, и вы на ней не будете выставлять время кормления там и так далее. Но при всем при этом она достаточно с широким функционалом. По порядку, по всем пунктам пройдемся. Я специально не буду сразу все рассказывать, что по ней есть. Буду вам подавать понемножечку. По настройкам. В центре у нас кнопка принудительного кормления, где нарисована рука с пальцем, который как бы тянется нажать. Вот это принудительно покормить в данный момент. Затем кормление 8 означает каждые 8 часов. Причем после нажатия этой кнопки она тут же провернет барабаном. И потом через каждые 8 часов вот этот барабанчик будет вращаться, и она будет подавать выставленную порцию корма. Ну и то же самое, дальше логика раз в 12 часов и раз в 24 часа. Это вот так вот она приезжает с вариантом установки на вот такой платформе. Это для тех, у кого плоская крышка, и можно напротив выреза в крышке аквариума вот так вот установить. И вот через это отверстие будет вылетать корм. Сейчас я сниму эту платформу и покажу вам подробнее. Снимается она от задника, вот, в сторону барабана. Просто вот так вот выдвигаете. Покажу, чтобы виднее было. Вот так вот. Изнутри эта платформа выглядит как лейка, только под сыпучие сухие материалы. Вот корм будет сыпаться сюда в воронку и вылетать в аквариум через это отверстие. Также монтаж этой кормушки в аквариуме можно выполнить на более привычном нам вот такой детальке, как прищепка. Вот такой вот зажимной ручки. Закручиваете и фиксируете на торце стекла аквариума. Чаще всего это торец стекла. Редко, когда на аквариумах там есть выступы крышки фигурные, на которые можно вот так вот по тому же принципу зафиксировать кормушку. Надевается очень легко, снимается. Главное попасть в паз. Ну вот так вот это выглядит. Диапазон движения тут огромный, я вам скажу. Я даже не буду перемерять, но тут двадцатка стекло. Нет, буду перемерять, что это я не буду перемерять. На 17 миллиметров можно поставить. Двадцатка, это я погорячился. Но в принципе, даже если будет 15 миллиметров толщина стекла, то тоже как бы станет практически всем. Но на огромные аквариумы, даже если у вас больше 17, 20, 24 миллиметра стекло, можно будет установить на платформе. И почему вам эта кормушка, скорее всего, подойдет, даже если у вас такая толщина стекла аквариума? Потому что здесь достаточно большой барабан в комплекте. Корма здесь можно насыпать достаточно. Степень регулировки здесь 6 ступеней. Я подозреваю, что между ними даже можно еще ловить промежуточные и выставить себе реально идеальную порцию кормления. Для тех, кто считает, что в видеообзорах кормушек нужно обязательно показать, как кормушка кормит, считаю это полной глупостью, потому что как настроите, так и покормит. Но тут как бы регулировка дозировки есть, и вы больше настроите, она больше покормит. Проворачиваться барабанчики будут у всех одинаково. В основном они крутятся вокруг своей оси, ну, в 90% случаев. Поэтому как бы прошу извинить меня. И дальше по интересному. В комплекте у кормушки идет второй барабанчик. Для тех, кто знаток оборудования аквариумного и знает производителя, у кого есть еще в комплекте второй барабанчик у кормушки, не доп. Опция, а именно то, что едет в коробке, за то, что вы сразу заплатили, как бы это у вас в базовом комплекте. Какой еще производитель положит дополнительный барабанчик в кормушку?
Сразу же скажу, чем полезен второй барабанчик. Во-первых, потому что вам подойдет сразу под множество аквариумов. Второй момент. Есть подход к использованию кормушек на периоды отпусков, командировок там или каких-то еще. А есть, когда просто человеку удобно не кормить каждый день, а просто чтобы это делала кормушка, потому что человек может быть занят, может забывать просто-напросто, ну, а кормушка его подстрахует. И в таком случае маленький барабанчик гораздо лучше, потому что вы не будете засыпать сюда сильно много корма, не будете рисковать, что он натянет влагу, и он у вас сохранится в лучшей кондиции. И уж лучше его там раз в неделю, в полторы его освежать. И еще это очень хорошо, потому что будет маленький вес, маленький вес внутри этого барабанчика будет меньше давить на вот эту ось. А рано или поздно все-таки ось будет от веса немножко так это кренится, и ну, со временем она будет потом прокручиваться, будет барабан, и притирать по нижней части. Ну, это, согласитесь, мало хорошего. Поэтому только на отпуске и только на какие-то длительные отъезды используйте большой барабан у этой кормушки, а на повседневные маленький барабанчик. По питанию у нас здесь обычные пальчиковые батарейки, в комплекте не идут. Итак, АА формат батарейки, обычные пальчиковые. Монтаж батареек, я бы сказал, удобный. Сделано хорошо, нигде ничего не застревает, батарейка садится быстро, просто. Говорю об этом, потому что сталкивался с обратными ситуациями в кормушках. Бывает такое, что садится не сразу и нелегко. Но сейчас будем про Сансан говорить. Здесь все хорошо по этому вопросу. Вот так вот после сборки батарейки. И теперь надеваю вам барабанчик, чтобы... Давайте маленький, это большой уже. Вертел, показывал. Вот надели маленький барабанчик, нажимаем кнопочку вот эту принудительного кормления и смотрим, что будет. Гладкий, ровный ход такой у нее, без рывков, без трещания, такой аккуратный звук. Ну и потом, если вы будете один из этих вариантов набирать, то есть выбирайте ей сколько раз в сутки, 3 раза, 2 раза или 1 раз в сутки, она после каждого раза будет проворачиваться, и от этого момента она будет считать свой цикл до следующего кормления. Ну, к примеру, 3 раза в сутки, то есть каждые 8 часов. То же самое, как будто принудительное кормление, но только учтите, что после этого она отсчитывает циклы. И на этом все не заканчивается. Обычно кормушки это очень простой видеообзор, но не в случае с этой моделью. Если у вас есть возможность, вам это удобно, подключить свою кормушку не на батарейках. Вы спросите, а на чем же я тогда подключу кормушку, если все кормушки на батарейках? Нет, у Сансана есть USB кабель. Вы подсоединяете сюда проводочек. Это все в комплекте, это не доп. Опции. Сюда подсоединили. Это, как вы догадываетесь, подойдет в любой разъем USB и запитает кормушку. И также вы можете купить сюда любой USB адаптер. Наподобие, как идут к телефонам, вот такие. То есть через USB вы сюда вставили. Правильно вставили. Запитались в розетку. И красота, у вас, ну, исчезает надобность покупки новых батареек. Единственный минус, что будет тянуться провод от кормушки. Но кого это не расстраивает, то пожалуйста, пользуйтесь. Единственное, что не забудьте закрыть, потому что контакты под батарейки будут окисляться гораздо агрессивнее, если вы оставите открытым. По-моему, милота, по-моему, очень классная штука. Меня это вот именно этот пункт меня особенно порадовал. Мне всегда хотелось такое. Не люблю устройство на батарейках. И также в комплекте есть вот такая двухсторонняя липучка. Ну, это традиционная вещь для кормушек, я вам скажу. Не в самом лучшем исполнении. Эхеймовская немецкая мне гораздо больше нравится. Для любителей немецкого транслита Эхайм. Так уж и быть, побалую у вас. И клеится она вот сюда. Вот вы снимаете вот эту белую поверхность, как бы... Это двусторонний скотч там. Сюда налепили.
эту сторону налепили на кормушку и потом пользуетесь. Но учтите, что вот этой поверхности, ну ее не так уж много, и она не настолько уж надежная, чтобы выдерживать вот такой вот вес. Ну, либо вот такой вот вес, потому что корм будет немножко перевешивать что-то. Ну, я не испытывал, это нужно испытать именно в бою и на длительный период, как она будет выдерживать, но будьте бдительны, что она может отлипнуть, и кормушка бульк пойдет в аквариум. Для тех, у кого есть опыт в эксплуатации таких устройств, поделитесь опытом, может, своими впечатлениями, или просто довольны, недовольны. Для тех, кому что-то осталось непонятным, напишите в комментариях вопросы, и мы постараемся дорассказать. Ну, а так, как всегда, тем, кому понравился видеообзор, поставьте нам лайк. Если хотите видеть новые наши видео, подписывайтесь на наш канал. И не забудьте поставить на колокольчик. Спасибо за просмотр. Пока-пока.